Всем привет! Вы на канале Прокачка. Сегодня прошло ровно 14 дней с того момента, когда я начал свое похудение. Итак, прошло 14 дней. За эти 14 дней я зрительно изменился. Вы можете это заметить. Кто говорил, что у меня маленький бицепс или трицепс? Ребятки, он есть. Просто на фоне толстого туловища он вообще не смотрится. Итак, сегодня мы сделаем замеры. Сейчас вы можете оценить, какие изменения произошли. Итак, мне кажется, изменения налицо. Если ты, жиробас, сейчас смотришь меня, давай худей. Понимаешь, потому что лето уже скоро. Я обещаю, что через 2 или 3 недели вы увидите на этом толстом теле эндоморфа кубики. Я буду худеть до того, пока вы не увидите эти гребаные кубики на моем животике. А сейчас мы перейдем к взвешиванию. И сейчас мы посмотрим, что же изменилось. Все так же, как обычно. Я с камерой становлюсь на весы. Вся та же одежда, те же штаны, та же камера. 106,4. 106 кг. 106 ровно. Мы измерили мой вес и увидели, что сейчас я вешу 106 килограмм. 106, а не 113,5. То есть, если ты жирдяй и ты хочешь похудеть, ничего для этого не делая, не делая кардио, просто иногда ходя раз в 3 дня в зал, ты можешь просто есть белковую пищу, но учти, ты должен знать, что у тебя нет проблем с почками, и тогда ты можешь смело садиться на кето-диету и худеть так же, как я. 2 недели, ребятки, 2 недели. 2 недели это срок, это вообще, это ничто. Но можно измениться, вы видите по мне. Посмотрите, реально человек изменился, и вы можете. Поэтому вставай с дивана и худей. Всем привет! Вы на канале Прокачка. Сегодня прошло ровно 14 дней с того момента, когда я начал свое похудение. Итак, прошло 14 дней. За эти 14 дней я зрительно изменился. Вы можете это заметить.